А перед началом данного видеоролика хочу порекомендовать топовый сервер на 1.16.5 Rise HVH. На нем есть очень много интересных механик, таких как бассейн с рублями. Также есть команда Free, где можно бесплатно залутать себе кейс донатом. Дальше можно себе бесплатно залутать еще один кейс донатом и пойти их и открыть. Итак, открываем первый, открываем второй, посмотрим, что нам выпадет сегодня. У меня сейчас ранг магистр, посмотрим, какие кейсы можно выбить за 35 минут онлайна на этом серве. Посмотрим, что нам дадут, что нам дадут, что нам дадут. И, ребята, это что у нас? Что нам выпало? Авенгер и император, ребята. Все, у меня уже есть император, это очень круто. Поэтому, ребята, очень много халявы, интересный сервер. Также здесь присутствует добрая администрация. Все очень четко, частые розыгрыши. Все ссылочки будут в описании. IP также будет у вас на экране. Поэтому обязательно залетайте сюда. Ну а мы погнали к ролику. Также, парни, обязательно залетайте в моего ТГ-бота по ссылке в описании. Там вы найдете супер просто огромную пачку бесплатных КФГ на все приватные читы. Поэтому обязательно залетайте просто за подписку на мой ТГ-канал. Ссылка в описании. И всем здорово, народ, с вами снова Годзилка. Сегодня ролик на серии Funtime, ребята, с софтом Wild. И добавили просто новую имбовую функцию спиды. Недавно у нас добавляли Fly. И, ребят, сегодня я просто хочу вам показать спиды. О, у нас здесь офигенная терка, чтобы я вам их показал. В чем прикол? В общем, добавили в Wild топовые, новейшие. Такого нет. Вот не нужно уже писать про это. Не было это ни в ком другом чте. Все, это только Wild. Funtime on ground спиды. Вот такие вот быстренькие. Здесь просто полублоки кривые. В чем прикол? Они работают только на полублоках, это такая особенность. Ну, в общем-то, вот снег, вот в чем прикол. Вот я их включаю, и они у нас работают. То есть, мы вот так бежим, по полублокам все нормально. Если я нажму Shift, меня будет телепортировать назад. То есть, это работает как телепорт, мы это видим. Если я не буду нажимать Shift, то есть, вот я бегу, бьюсь каким-то челом, отпускаю их, бегу, вот. То есть, все работает нормально, меня как бы не тэпает, не флагает. В этом их особенность. То есть, на любом снегу и так далее, если вы прыгнете, если вы нажмете Shift, так далее, так далее, так далее, вы просто тэпнетесь назад и представьте, вы с типом здесь пвп-хаетесь, просто раз... И побежали. Вас просто, по сути, может убить только модер, забанить вас. И, по сути, все. Вас может убить только ваша, так сказать, глупость, если вы что-то заруините, затупите и все. Очень быстрые спиды, ребят. То есть, вот, это я со спидами бегу вот так, а без спидов бегу вот так. То есть, можем даже замерить, но я не вижу смысла замерять. Это как бы никому не надо. Всем и так понятно, насколько эти спиды быстрые. И так понятно, что если мы откуда-то вы... А, вот, подождите-ка. Смотрите, а вот все, вот меня начинает флагать там, где нету полублоков. Поэтому, ребята, полублоки это наше все, где вот небольшие такие пробелы в один блок, то есть вот видим. Допустим, вот здесь, видим, одного блока нету, я спокойно прохожу. Одного блока нету, я спокойно прохожу. То есть по снежной местности мы просто боги, ребята, но там, где нет снежной местности, увы, мы не боги, поэтому придется как бы узнать просто килку вилда, которая сейчас самая лучшая, почему бы и нет. Ну, ребята, короче, спиды просто мне очень понравились, решил затестить вам показать. Жмем пробел, нужно пробел нажать на ходу, чтобы вас тэпнуло, то есть вот на ходу жмем. А, подождите, вот мы заходим. Включаем спиды, пробежали, нажали пробел, вот нас тэпнул, то есть вот как это работает. А если уже тут стоял, нажму пробел, да, меня тэпнет сюда, вот, короче, как это работает. Прикольно, можно узнать, опять же, как телепорт. Очень классная функция, ребята, думаю, вам это обязательно понравится, поэтому обязательно влепите лайк. Промокод на покупку данного софта, это Годзилка. КФГ бесплатно, просто из этого видоса, бесплатно, на халяву, парни, отдаю, на халяву, просто на халяву. Отдаю бесплатно за подписчику на мой ТГ, то есть вы просто залетаете в бота, бесплатно получаете КФГ. И, ребята, РП из этого видоса бесплатно слив на 300 лайков. 300 лайков под этим видосом, сливаю РП на 300 скачиваний. Столько сколько лайков, столько скачиваний. Давайте-ка так сделаем, но счет идет от 300, окей? То поэтому договорились, ребята. Если вы согласны, то 300 лайков, 300 скачиваний, набираем больше за, давайте-ка, до следующего видоса, короче. Набираем больше, сливаю РП. Нет, ребята, то, увы, сори, тогда РПшник такой прикольный не будет. В чем прикол этого РП? В РП прикол в том, что, допустим, те же талисманы. Во-первых, РП сам по себе прикольный, а во-вторых, самое сочное у нас начинается, да, когда у нас зачаренный талисман, потому что здесь такая Дора, розовый РП, то есть вот, РП такие с Дорой, очень прикольно, это не издалека выглядит, вот так, как Сигма, который читает, что там купить кряк вилд, а когда он в руках, можете посмотреть прошлые видосики, там очень он красиво выглядит именно сталиками. Поэтому, ребят, все, вы условия поняли, я условия рассказал, промокод Годзилка, ребята, Хищник Стор, ТГ каналчик, все залетаем. Ну, а мы, конечно же, залетаем сейчас на ивент. Специально поменял IP, чтобы меня не банили и не таргетили. Сколько до следующего ивента? Ивент дилей 2772 секунды, окей. Я пошел покупать себе инвентарь с Афинкой, ребята. Надеюсь, вы влепите лайк на этот видосик. Ну, а мы погнали. Начинаем просто убивать алмазника. ХП, я не могу, ребята.
Я не знаю, что говорить, когда вы рядом. Поэтому как так. Да ничего, он просто смотрит. Ну просто смотрит. Да, да, он будет даже все комнаты. Не, аж. Нет, да смотри. Я просто не знаю, что. Я не знаю, что тут говорить. Это все был кирпич на этой пище, это не да это изи вырезать могу. Я могу вот с этого момента начать. Снимать, как я типа просто прожимаю здесь. Все, тотем даю ему. И сейчас будем просто добивать чела. Просто на изи. Просто как раз. Все, у него хп улетает. Все, изи вообще. Вилд это пена, ребята. Все, я дальше просто обрежу. Пенит это типа, вот, пенит. Вот, пенит. Во, хпшки улетают. Ебать, тут пиздец. А че тебя? Ой, 30 фпс. Лутаем, значит, сундучок, погнали. Ой, места нету, чтобы полутать. Все, отходим. Все, сейчас, все, тут я опять обрежу. Все, тут теперь жмем восьмерочку. Все, меня кто-то бьет уже. Все, он хочет побиться, все, откидут. Бля, что я сделал? Сейчас. Тут нужно сейчас отойти. Нужно вот так сделать, отойти. Так вы залутали или что? Да, сейчас посмотрим, сколько за мной бежит. Вот все, двое за мной бегут, они... Чего они хотят вообще? Сейчас. Блять. Они типа друг друга не бьют. А, за мной трое бегут даже. Мне пизда. Не, просто... А, не, это нормально. Все, они друг друга бьют. Сейчас. Че он хочет? Он арбалет, блядь, достал, сука. А все, один на один. У меня чарки нет, у меня пизда. Или нет, или да, я не знаю. Я не знаю, что сейчас будет. Он должен умирать. На изи прям. Но он не умирает вообще нихуя, блядь. Я не убью просто его. Он не хочет умирать, у него хп не уходит. Мне же нужно отойти. Сейчас, мне же нужно отойти, чтоб... Бля, у меня еще зелик нету, все, мне пиздец. Или нет, сейчас. Он за мной будет бежать. Он долго собирает за мной бежать. Все. Все, да он не догонит. Блядь, он упал. И пристрелка инвалидов. Ой, я сейчас сдохну. Не, я сейчас. А, я сейчас сдохну. Все, ребята, пиздец. Или нет? Подожди. Какого хуя за мной трое бежит? Все, я выживу. Все. Они сейчас одного за. А я не могу их одеть здесь ограничить. Блять. Ай! Пидор! А чё их так много? Чё они вдвоем бегут? Блять! Ладно, все, попади в него. И почему их трое, блять? Ладно. Нет, я не знаю, просто потому что. Все, он не попал, он такой лох. Я просто сейчас из игры ливну. Все, вот так бежать. Блять. О. 3, 2, 1. Все, пошел нахуй, все, блять, идите нахуй. О, блять. Нашли, типа, он пока дабл чарку не сделал, он сейчас откинется просто. Сейчас просто чел минус тотем. Убил! Я сейчас жестко сделал. Я сейчас столько ресов выбил. Просто я сейчас так же по ножу кру. У него еще шалкер был. Я сейчас так жестко просто сделал, как просто очередняру просто нагнул. Просто изи сет крушителя. Просто что я только что сделал. Все, по сути. Все, можно пока это еще обрез потом. Но я сейчас реально жестко сделал. Арсений, давай. Так, пошел. Сейчас. Я все забрал вообще, я все всосал. Сейчас. Ебать, я резов выбил. Это, ну, рублей 50 я сейчас выбил, если продать. Сигма. Просто продать валюту. Еще один чел ко мне залетает, сразу когда я... Даю ему все, запись хотя бы идет, все, он хилится, но сейчас мы его будем убивать, у него, наверное, дабл-чара нету. Ну, он, по-моему, перебивает меня или не перебивает, ничего страшного, если что, чарку схаваем.
немножко подтепало. Но ничего страшного, он меня вообще не пробивает. Да, просто на месте нужно стать. Все, чтобы килаура проходила. Нормально, нормально, нормально. Живем. Он вообще ноль удар. Ноль урона мне наносит. Ноль урона. Фантайм-таймба. Ноль урона. Ноль урона. Ноль урона он мне наносит. Ну ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного. Где урон? Где урон? Когда он умрет уже? Так. Так. Так, почему меня не похилило? Почему меня не похилило? Почему меня не похилило? Где киллерку сейчас надо забафать? Киллерку сейчас отойти. Киллерку забафать. Все, о, испугался сразу. Так, все, и ливает сразу, потому что там вулкан, наверное, уже, да. Там, наверное, уже вулкан по таймингам. Или вулкан уже был? Ой, как ФПС. О, вулкан. Полетели ресы. Ебать. Зелье медика сюда. Трапка. Сфера. Не всосал. Стрелы. Ядовитая стрела, ничего страшного. Капец тут людей. Сфера. Блядь. А чё, всё получается. А где ресы? Всё. Кого-то убить? Чисто так напоследок надо. Просто убить сейчас. Просто убить. А, у меня одна силка, у меня скорки нету, ничего страшного. Сейчас АТМ будет? Нет, не будет. Не, это не та силка, вот эту надо добавить. У меня победилка вроде была или нет? Нет, это серный. Во-во. Нормально. Так, можно на этого сейчас напасть. О, капец, я попал. Все, сразу вливает. Сразу прожать. У меня дизарента нету, это плохо. Есть киллерка, отлично. Где он? Потерял? Все, нету его, короче. Чел просто пропал. Ресы там. Ничего страшного. Ну и все, по сути, всех разогнали, просто на изи, вообще не понимаю, как с такими лохами тут можно играть вообще на фантайме. Просто на изи. У меня силка кончилась. Сейчас просто на изи будут отлетать, еще медика взять. Все, просто прожимать. Просто тычки идут. Тычки идут. Так, я думаю, мало уже. Под киллеркой больно. А под киллеркой-то больно. Сейчас умрет. Сейчас умрет, челик. Все, раз. Куда? Умри. Сила. Как он под силой 4 не умирает? Я не понимаю. Он фрапку линул, я понял. О, попал. Так, ладно, тут должно лицо отлетать очень быстро. Алмазненько отлетать. Пёрку кину, парь. Почти попал. Попал. Нормально. Живем. Все, он пытается по воде ливнуть, но он попал еще раз. Так, все, он не ливает уже, Сейчас килка, я его дожимаю, минус АТМ. Все, минус талик. Ну. Все, 20 хп, 15 хп, 5 хп, изи. Сколько тут голых? Блядь, сколько тут бомжей. На! Все, сюда, просто лут сюда, просто лут с вулкана сюда. Просто полетел сюда. Посмотри, сколько тут ресов. Везде есть сет круша. Просто. Это что, элики? Нет, это штаны. Ну все, по сути. Просто вил. Чарки. Офигенно. Просто вилд, ребята, это пена. Лучший софт. О, еще челик. Я бы герцога убил сейчас. Точка РКТ срочно прописываем. Все, просто может сейчас... А хотя бы потно будет против него. Поэтому просто ливнем сейчас на хом. Просто ливнем сейчас на нашу закладочку с шалкерами, да, все, пусть ливают. У нас уже фулл инвент, уже рез некуда ложить. Просто... А, тут никого нет, все. Просто закладочка здесь одна, закладочка здесь другая, закладочка здесь третья. Просто ресов... Ресов просто миллион здесь. Поэтому
Вилд это пена. Подписывайтесь на меня, на мой канал Марк Булах Пранки. Всем спасибо, промокод Газилка, телеграм-канал. Оформляю подписчику на ВК-группу и пишем комментарии и ставим лайки. Все.